Всем привет! Вы на канале Loop Mama and Cooking. Сегодня я проведу для вас экскурсию к себе на работу, на мое новое место работы. Так что let's go в мою школу. У нас дождик идет. В одной части дубленное солнце, а тут дождь. И прохладно. До работы мне добираться 1,5 часа. Пешочком нужно пройти еще немало. В общем, идем. В общем, сейчас мои перемещения чем-то напоминают марафон. Но прогулки пешие тоже очень полезны для здоровья, поэтому ничего страшного. Короче говоря, лесом, лесом, полем, полем. И мы почти пришли. Ну, почти. Горы виднеются. Видите, да? Здесь черная туча, а там солнце. Так, а вот и детишки были на прогулке, возвращаются. Скоро у них ланч. Он у нас начинается в час. Но это сейчас из-за того, что лагерь, весенний лагерь, поэтому вот такое расписание. Сейчас 2 недели, пока каникул. Что еще сказать? Работа мне моя безумно нравится. Я ей очень довольна. Я нисколечки не жалею, что отучилась здесь, получила эту профессию. Я реально, ребята, очень рада. Покажу немножко вот местности возле школы с видом на горы. Пальмы, горы, красота, в общем. Ну, вот мы уже почти и пришли. Это двор школы. Главные ворота. Здесь есть внутренний двор, есть двор снаружи. Это работы деток. Разные крафт, рисунки. Идем по коридору, идем прямо в класс. И вот мы попадаем в класс, где мы занимаемся. Парты у нас стоят не обычным способом, а вот так вот мы сдвигаем их все вместе. То есть все дети сидят за одним общим столом. Мы обычно делим их на 2. То есть у нас вот таких вот 2 или 3 общих стола, где детки занимаются. Моя работа заключается в том, что я поддерживаю деток с особыми потребностями, но также и работаю с нормотипичными детьми. То есть у меня их много.